Конечно, ты знаешь, что это мировая война, в которой погибнет цивилизация и настанет, наконец, новый прекрасный век. Так писал в Самару отчиму 30-летний Алексей Толстой в августе 1914 года. А Самара тем временем по-своему реагировала на происходящее, потуже затягивала пояса и старалась не поддаваться панике. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».